С сегодняшнего дня вступил в силу ряд изменений, которые касаются в первую очередь автовладельцев. Начало работу Бюро страховых историй, где будет содержаться вся информация о заключенных договорах КАСКО и расширенного ОСАГО. Сведения о водителях и авариях с их участием обязаны передавать туда страховщики, все без исключения. Предполагается, что нововведение позволит бороться с мошенничеством и предложить аккуратным автомобилистам более привлекательные тарифы. Кроме того, с 1 августа в Москве стартовал эксперимент. На трех традиционно загруженных перекрестках появилась так называемая вафельная разметка. Она напоминает водителям о правилах, запрещающих выезжать на пересечение дорог, если впереди образовался затор. Нарушения на данных участках будут фиксировать камеры.